Но тем временем сама Великобритания приходит в себя после разрушительного шторма Али. Погибли два человека, еще несколько госпитализированы. Порывы ветра скоростью более 100 км в час уничтожали все на своем пути. Из Северной Ирландии, Шотландии и из севера Англии поступают сообщения о поваленных деревьях и подъемных кранах. Десятки тысяч домов остались без света. В шотландском Гринаке, недалеко от Глазго, от причала оторвался круизный лайнер, на борту которого находились почти 500 пассажиров. В море также унесло еще несколько лодок.